Российские военные сегодня прокомментировали инцидент в небе над Балтикой. Истребители НАТО, а именно британские «Тайфуны», допустили опасное сближение. Это видно на фото с нашими военно-транспортными самолетами, которые находились в международном воздушном пространстве. В Лондоне сказали, что экипажи ВКС не реагировали на попытки установить контакт с ними. Как подчеркнули в нашем Минобороны, российские летчики действуют в строгом соответствии с принятыми в мире правилами. А обвинение британской стороны назвали вбросом, призванным отвлечь внимание от наращивания сил Альянса у наших границ. Истребители «Тайфун» были подняты в воздух с эстонской авиабазы, куда переброшены около 3 недель назад. Тем временем житель Эстонии задержан за шпионаж в Санкт-Петербурге. По данным ФСБ России, Арсена Марделейшвили, у которого, кстати, нет эстонского гражданства, спецслужбы страны отправили к нам собирать военные секреты. Впоследствии их утечки за границу очевидны. За такое преступление грозит 20 лет лишения свободы.